Нету. Нету. А может, надо поискать, может, они побольше, чем под подушкой. Еще раз, Зайка, скажи. Настасичка еще у нас не проснулась. Еще не проснулась, Зайка. Спасибо за такие замечательные подарочки. Ребенок у Анастасийки, ребенок, маленький ребенок, пушистый котенок. Тише, ему спать надо. Вот, спать. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький бачок и укусит за волчок. Буська, Бусюня, а ей нравится. Все добро мы сейчас отвезем. Так, наш участник квеста, Шапка, подходи ближе, покажи. Вот такая шапка смешная. И какой номер ты покажешь? На Олимпиаде самый смешной клоун. Здравствуйте. Да, самый смешной клоун. Сегодня я вам покажу, как сделать колесо, чтобы не упали галоши. Давай. Да. Для этого мне придется сделать что-то мягкое. Ну, я для этого одену шапочку. Давай. Для этого надо не руками упираться, а головой. Для этого уже делаю добавленную кровать. Просто вот так делаешь кубзок, только без рук, а просто на голове. На старт, снимание и марш. Ой. Я так
Забавный номер, молодец. Всем привет. Я буду показывать танцевальный номер. Начнем. Квест у нас был. Найди побольше шапок в квартире и придумай смешной номер. Вот такие вот забавные у нас участники. Опа! Все, пока-пока! Пока! Как вы коротаете зимние вечера? А мы вот так, да, развлекаемся, да. Как можем. А давай еще пустим квест. Сейчас подумаем, какой. Ой, а я знаю. Написано. Подумаем сейчас.